В Ханты-Мансийске продолжается строительство самой большой школы в городе. Заведение рассчитано на 1725 учащихся. Ввода объекта в эксплуатацию ждут жители микрорайона Иртыш-2. Здание школы трехэтажное, состоит из четырех блоков с бассейном, несколькими спортивными залами, киностудией и лабораториями науки. Для обеспечения доступа маломобильной группы населения предусмотрены широкие коридоры и беспорожные двери. На объекте уже завершены работы по устройству несущих конструкций, вставлены окна. На прилегающей территории подрядчик готовит площадки для хоккейной коробки и занятий мини-футболом, баскетболом, а также волейболом. В настоящий момент ведутся работы по устройству кровли, фасадов, укладке наружных стен и перегородок, монтаж внутренних инженерных сетей, наружных инженерных сетей, благоустройство территории. Строительство осуществляется в рамках окружной программы развития образования. Планируется, что ввод в эксплуатацию школы разгрузит другие учебные заведения города. В настоящий момент готовность проекта составляет 59%. Окончание работ запланировано на июль 2024 года.